Всем привет! Продолжаем путешествовать по моему маленькому городку. Хочу вам показать выставку «Красавец-мужчина. Русский модник на театре». Проходит она в Шереметьевском дворце, музей музыки, на набережной Фонтанке, 34. Ну, изначально в первом зале, так называемый черный кабинет театральный, с галереей с портретов современных красавцев-мужчин. Встаногова, Стрижельщика, Горбачева, Рузиматова. Ну и до Козловского, конечно. Доходим вовнутрь. Русский модник. Чего только здесь нет. Красотища. Просто, ну, очень красивая выставка. Эта выставка, она исследует не столько мужскую повседневную моду, сколько отражение этой моды на сцене, влияние на театральный язык различных эпох, от карикатур до возникновения и развития амплуа героя-любовника. Так написано в описании. Вот как написано. Прослеживаются три сюжетные линии. Одна из них связана с историей вещей, бытовых мелочей эпохи фон Визина, Пушкина, Островского, Чехова. Там представлены кафтаны, камзолы, парадные фраки и различные элементы мужского гардероба. Специального внимания надо, конечно, удостоиться трости и пороховницы, перчатки различные, пряжки, наушники. Я даже не знал, что такие есть. И мужские корсеты, приспособления для чистки ногтей, ушей, пудреницы, мушечницы и бальные записные книжки. Ну, очень красиво. Просто цилиндры, карманные часы, лорнеты, очки, курительные принадлежности, различные табакерки. Просто очень здорово. Портрет Чаадаева, жилет Пушкина, фреска Глинки, трость Островского, пенсне Глазунова, перстень Самойлова, табакерка Шаляпина. Просто ходишь, получаешь удовольствие. Ну, не знаю, как другие, но мне очень это понравилось. Я всем рекомендую, конечно, сходить на эту выставку. Вам будет интересно. Многие экспонаты продемонстрированы публике первый раз. Вот. Но очень симпатичная, красивая, настоящая выставка. Называется она «Красавец-мужчина. Русский модник на театре». Ну, всем пока, всем привет, приходите, посмотрите, получите удовольствие. Ну, я так думаю.